нашу страну в военные действия. Не дай Бог, у нас маленькая, но миролюбивая страна. И мы хотим, чтобы она оставалась нейтральной. Мы не хотим ни вступления в НАТО, ни в какие-либо другие военно-политические блоки. Мы хотим развиваться и жить в мире со всеми. Поэтому, пожалуйста, донесите до всех ваших знакомых, родных, близких, что нужно выйти обязательно на референдум, чтобы никто не воспользовался ваше отсутствие вашим голосом и сказать категорическое «нет» этой фальсификации со стороны партии ПАС. И еще раз. Победа будет за нами. Победа! 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 Я не вижу Валерия Ивановича.